Как же я устала от людей. Совсем перестала им доверять. Стала такой подозрительной. Почему-то каждый считает, что для меня лучше может дать мне совет. А я вот животных люблю больше, чем людей. Потому что может быть, что животные не причиняют осознанно боль. Раньше я была такой открытой и доверчивой. А может, слишком? Многие этим пользовались и предавали. И причиняли боль. А теперь я закрыта и в каждом ищу подвох. А как научиться разбираться в людях? Так хочется им доверять. Открыто!